Здравствуйте, друзья! И вы на канале Ирина Красовская. Знакомлю вас просто с великолепным сортом клематиса, который называется Диамантино. Сорт английской селекции. В 2010 году на выставке в Челси завоевал сердца не только профессионалов, но и любителей. Великолепным достоинством этого клематиса, конечно же, являются цветки. Цветки от 12 до 15 сантиметров имеют фиолетовый, лиловый, синий, розовый и зеленый оттенок. Цветки всегда махровые. Обильное цветение с июня по июль на побегах прошлого года. Также махровыми цветками цветет с августа по октябрь. Клематис относится к средней силе роста. Достигает во взрослом состоянии 2-2,5 метра. Любит солнце, полутень. Вторая группа обрезки. При второй группе обрезки надо оставлять 4-8 побега длиной 30-50 сантиметров. Морозоустойчивость клематиса очень высокая. Хорошо себя чувствует в контейнерах. Вы были на канале Ирина Красовская. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всех жду. До скорых встреч!